Милая, с тобой все хорошо? Да просто царапины. Когда Soulmate забрал мое зрение, то машина увернула, а я споткнулась и упала. Вот и поцарапалась. Слава богу, когда твой Soul тут появится, я просто порву его. Ты ведь могла погибнуть. Да походу это и есть его план. Иначе я не могу объяснить его тупых действий. Ну давай, придурочный, скоро это закончится. Управляешь моим мозгом? Как такое вообще возможно? О, господи, я резко столько всего осознала. Как я не понимала этого раньше? Я же изменю мир. Блин, о чем я только что думала? А неважно. Блин, Бет, так прикольно, что мы сегодня ведем уроки у младших классов. Да, дети такие милые. Давай начнем. Так, смотрите, примеры супер легкие. Вы решаете, я ставлю вам оценки. Для наглядности сейчас решу один. Вот 2 плюс 2 будет равно 0. Бет, что с тобой? Тетя, все знают, что 2 плюс 2 равно 4. Как можно не знать? Ну вы и тупица. Что это было, Бет? Ты меня пугаешь. Да мой идиотский Soul. Он сделал мой ум 0,1%. Он что, управляет твоим мозгом? Сегодня да, можешь себе представить? Это ужасно. Элизабет слышала новости. К нам приехал в город какой-то математик-миллиардер. Говорит, если кто-то сможет решить его задачу, этому человеку он заплатит миллиард. Вот повезло умным людям. Знаешь, что самое тупое? Если бы ты был нормальным, ты бы сделал меня умной. Я бы получила эти деньги, и мы бы с тобой до конца жизни жили бы счастливо, но ты последний гад, и похоже, я в тебе ошибалась. Девочка, тебе даже 18 нет, что ты тут можешь решить? Даже ученые не смогли. А я смогу. Итак, вот ответ. Она решила это ровно за 5 минут. Немыслимо. Ну что же, я за свои слова отвечаю. Это твое. Поздравляю.